На протяжении последней недели торгового дня долларовый курс находился под непосредственным давлением продавцов. К самому окончанию сессии Америки доллар упал до отметки 80,09. Это стало двухнедельным минимумом. Курс доллара падал в связи с мягкими данными по трудовому рынку. Европейская сессия пятницы 27 июня текущего года для долларового индекса идет под непосредственным контролем покупателей. С самого начала торгов доллар США вырос до ступени 80,22. Долларовый индекс укрепляется посредством явно разочаровывающих данных экономики по европейской зоне Британии. Чего стоит ждать от экономической статистики американской экономики, рассказывают эксперты отдела аналитики компании-брокера Nordifix. В 17:55 по московскому времени по американской экономике придет значимая статистика. В указанный момент времени опубликованы будут показатели, которые измеряют уровень потребительского доверия в экономике. Участникам денежных рынков известны станут показатели индекса настроения потребителей Мичиганского университета. Этот самый показатель принято считать опережающим индикатором, что предсказывает потребительские траты, считающихся частью экономической активности. Как предполагается экономистами, индекс станет выше до 82,2 балла. В минувший раз индекс настроения потребителей упал на 0,7 индексных пункта к ступени 81,2 балла. Однако сами экономисты настроены вполне позитивно. Они полностью уверены, что индекс слегка вырастет в сравнении с маем. Это связано с положительными, хоть и слабыми изменениями на трудовом рынке.